Замок Виландри в 15 километрах от города Тур является одним из последних великих замков, построенных в долине Луары во времена Франсуа I. Он не так знаменит, как Шенонсо или Шамбор, но все-таки заслуживает быть названным шедевром эпохи Возрождения. Этот свидетель 16 века, строгий, элегантный и гармоничный, построенный в 1536-м, позже был изуродован, утяжелен и испорчен преобразованиями 18 века. Только в 1906 году физиолог испанского происхождения Йоаким Карвало купил замок и вернул ему первоначальную красоту, стиль Ренессанс и обновление. Но если каждый год 300 тысяч посетителей приезжает открыть эту деревню под Туром, то это главным образом из-за садов, восстановленных и придуманных заново в поиске совершенства и порядка, которому Карвало посвятил всю жизнь. Между церковью и замком, обоими фундаментами мира, построенного в Средневековье, располагаются три садовых уровня, которые стремились восстановить утопии, о которых мечтали в другие времена. Сначала сад воды, находящийся на самой высокой точке соседнего холма и заметный только с верхних этажей замка. Классическая концепция, мягкие правильные линии, лужайки, фонтаны, чаны с самшитом, расположенные в тонко продуманном порядке. Это наиболее духовный уровень, отдаленный от земных нужд. Но большой пруд в виде зеркала, глаза поместья, которые небо наполняет ясностью, является также резервуаром, который должен напоить другие сады, более светские, более заурядные.
Второй уровень, созданный для удовольствия хозяев, это сад украшения, массивы самшитов, усыпанных цветами, окруженных подстриженными резными тисами. Это то, что называется искусством фигурной стрижки деревьев, пришедшей из римской традиции. Фантазии и выставки предназначены для удовольствия, чтобы льстить воображению. В Виландри сады украшения вдохновляют гербами и символами любви. Разум наверху и сердце в середине. Внизу живот, овощи. Оригинальность Виландри состоит в том, что это огромный сад-огород, что создал ему всемирно известную репутацию. Наверное, он самый низкий, заметный на уровне мест общего пользования управления домашнего хозяйства. Но Карвало, политическое кредо которого был жесткий средневековый порядок, не смог удержаться от того, чтобы вложить всю свою страсть в это восстановление. Среди произведений его жизни именно огород он любил больше всего. Parmi les œuvres de sa vie, c'est le potager qu'il aimait le plus. Все должно радовать глаза и даже душу, так как модель Карвало была сначала садом-монастырем, о чем свидетельствует крест, находящийся в нескольких квадратах, который придает структуру всему ансамблю. Доступные грядки цветника окружены короткими барьерами самшита и песчаными аллеями. Душистая резеда, знаменитый песок Луары, сменяющимся отблеском. Он серый, белый, розовый или перламутровый. Огород очень полезен, он снабжает продовольствием будничный стол, включая сладость фруктов, выращенных на высоте человеческого роста.
Овощ в некоторых отношениях превосходит цветок или плод. Его цвет меняется по воле сезона, его слава недолговечна. Но чтобы он оправдал ожидания, требуется жесткая садоводческая дисциплина. Нужно сажать два раза в год и все засаживать за раз, а позже собирать, соблюдая строгое равновесие, чтобы никогда не нарушать гармонию сада. Овощ. Может ли он быть красивым? Томаты, баклажаны, тыквы, салаты, лук-порей, сельдерей, лук-шалот, свеклы. Откровенно говоря, можем ли мы их сравнить с розами? Рансар мог бы написать: «Милочка, пойдемте посмотрим, есть ли капуста». Сад Виландри провозглашает это и доказывает это.
Защитная вода, которая снабжает рвы с водой, служит также для питания фонтанов и орошения садов. Длинный прямолинейный канал бежит с высшего уровня. Он добавляет немного свежести к прогулке в сводчатых галереях, покрытых листвой. Отражение неба под Туром запечатлеется в очаровании воды. «Даже панки любят Виландри», — написал аноним на страничке книги отзывов. Действительно, вандализм, бедствия и издержки туризма щадят эти места. Кажется, он всем внушает почтение, желание оставить мечту нетронутой. Но чтобы сохранить эту мечту в его волюнтаристском великолепии, нужно также надлежащее состояние. Над Виландри нависают угрозы, уровень грунтовых вод тревожно опускается, и ежедневные поступления сотен посетителей недостаточны для того, чтобы поддержать все расходы в этой области, говорит хозяин, внук Карвало. Целая группа садовников суетится, чтобы обновлять цветы, травить насекомых и удалять сорняки, обуздывая усилия природы. Сердца, маски и кинжалы, которые любезничают в садах любви, должны регулярно подвергаться очень суровому приведению себя в порядок. Фигурная стрижка – очень точное искусство, вопрос миллиметров. Садовник становится парикмахером для роскошных растений. Ни один лист, ни один зеленый волос не должен ускользнуть от обязательной стрижки, создающей сложные формы.
Тиисы сада Виландри становятся похожими на пуделей, дрожащих от руки их хозяина. Альбом может закрываться на своих почтовых открытках старой Франции. Каждое лето снова приносит саду неотъемлемое изобилие и порядок, всегда с нетронутой наградой, цветом голубого неба над Луарой.